То есть вы, Шер, утверждаете то, что сегодня не были на Great Ocean Highway, правильно понимаю? Что-то куча дерьма произошла в один тот же момент. Охренеть. Мне потребуется дополнительный офицер на Little Big Horn в каналы, желательно с бронежилетом и знаниями, как разминировать бомбу. Как же ты так-то? Я не знаю, я поворачиваюсь с этой полосы, но тут и сзади меня автомобиль ехал, вовремя на меня выехал. Даже не понял, зачем он это сделал. Кантер, Чарли, 3-1-9-3-5. 3-1-9-3-5. Дружище. А выходите в одиночный патруль. 10-4. Блин, как будто через постапокалиптические какие-то дороги еду, это вообще прям дичь. Я понял. Добро, 8-9-8. 43 готов принимать? 10-3 подтверждаю. Прибыли на вызов, звонившего. Не обнаружили, объехали район вокруг также. Автомобиль не обнаружили. Код 4 по сцене, будем 10-8. Отдел снижения постоянно уделяет. Контроль, 1-2-2, 10-3, Union Road. Привет, парни. Доброй ночи. Добрый. Контроль, 3-4. Это 8, ваш клиент? 5, 10, 8, 10, 8, 10, 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 10. Ладно, ждем их квадро. Убер тебе прям до ШБК довезет сегодня. И сколько поездка будет стоить? Я не знаю, по счетчику посчитаем в конце. 3 Чарли 1. 92 этого парня поймал. Спортивная машина, почему бы не поездить? 3 Чарли 1, 8-3, к трупперам дорожного патруля, который обыскивал человека на код 5. Что вы при нем обнаружили? А, то есть меня набрал, что ли? Слышишь, что говорит? Я его спрашиваю, главное, подхожу, спрашиваю. Что нашли при человеке? У него был сэндвич и телефон. Все. Мне говорит, ничего интересного, а теперь он переспрашивает на рации, что они нашли. Где ты, блин? А зачем вас вообще запрашивали, мне интересно? Чего еще раз? Если человек там ходит в ШБК. Сюда вызвали, на машину посмотреть. Я говорю, зачем интересно вас запрашивали? Контроль 1-2-2, 10-19, код 10-6. Дублин. 10-4, принято. Контроль 3-4-4, также 10-6. 10-4. Господи, помоги. Контроль 2-3-2-5-3-1. Боже, благослови фермеров. 6, как говорится. 10-4. Я не знаю, как вы здесь, 7, ребята, 6, живете 6, вообще. Выживаем. Там была прерывистая. 10-22. На повороте действительно была прерывистая, но это не означает, что мы должны были там обгонять, но наш опасный преступник, поэтому... 10-4, я ждать. Я имею в виду, если ты хочешь заполнить формочку, оригинального офицера по погоне 1-1-2-2 в... Не-не-не.
направление. 9-4, ожидайте. А как насчет того, чтобы я вам расплатился за проезд? Контроль 5-0-9-0-9-2. Я думаю, мы с тобой договорились. Подлечись, главное, и не рвись сразу на службу, потому что будет только хуже. Блин, а ты машины там не было, Тав? Контроль доброго 28, всем туда. Доброго 27, да. А, пожалуйста, по второму коду проверьте Downtown, Rockford Drive, а также Vinewood Hills. У нас, ну вот мы и на месте. Пол находится в розыске зеленой Albany Roosevelt. 10-4. Контроль 5-0-9-0-9-2, но 10-8. 10-4. Контроль 5-0-9-0-9-2. Надеюсь, это 1-2-2 прибыл, да? Угадал. Я так полагаю. Доброй ночи. Боже, какая сумма. Прошу, занимайте. Я понял, спасибо. Так, все обнаруженное при нем где находится? То, что я нашел в машине, в пакетах тут, а то, что обнаружили при нем, я не знаю, у трупа обнаружил. Личность установили? Даниэль Насырип, 90 года рождения. Ага. Так, мистер Насыри, верно? Так точно. И чего же вы не остановились на Great Ocean? 92, я понимаю, большая скорость, тем не менее. Прошу прощения. Поймал вас 92 мили в час на мосту на Great Ocean Highway. Уверен, вы меня видели в тот момент. Я сегодня не был на Great Ocean Highway. А, окей. Белая курума вам принадлежит? Белая курума мне принадлежит. На знаке Sam Tom Frank Union? То есть STFU? А, нет. Я точно не никак помню, но нет. У меня на 66 не начинают... его знаки. Не его знаки? А машина так здесь, на штрафстоянке? Другие. Машина на штрафстоянке должна быть. Посмотри, какие там номера, ладно? Сейчас. То есть вы, сэр, утверждаете то, что сегодня не были на Great Ocean Highway, правильно понимаю? Я собирался за клиентом туда выезжать, как раз из Грейпсида. Из Грейпсида. Ясно, хорошо. На данный момент вы задержаны... Вам объясняли, почему вы задержаны? Ну, по крайней мере, сейчас более или менее я начинаю понимать. Так нет. Да, вы превысили скоростной лимит на 20 миль в час и далее уклонялись от офицера полиции. Это наши обвинения, которые мы будем сейчас предъявлять. Ожидайте. Что я могу сказать? Ожидайте. Блин, ну это же история из такси, там, где номера машины меняются. Я типа не покупаю это дерьмо, what the fuck? Жду. Встает с документами. Сэр, вы сегодня употребляли что-либо? Нет. Если высококалорийные пончики можно считать наркотиком, то да, наверное. Вероятно, да. Многие из Лос-Анджелеса с вами точно согласятся. И подскажите, каким образом вы здесь оказались? Если я правильно понимаю, вас остановили на Union Road, на въезде в Грейпсид. На выезде, да. На выезде из Грейпсид. Ну, это и въезд, и выезд, в принципе. Хорошо, и... Если я правильно понимаю, за вами ехало несколько машин на протяжении нескольких километров. Вы их не видели, или... Нескольких километров. Я в нескольких стах метрах за 2 минуты до того, как меня остановили, был на заправке в Грейпсиде. Понятия не имею, о чем вы говорите. Я понял, хорошо. Да. Номерные знаки 66, Foxtrot 9, Виктор 597. Ага. Окей. Машина бьется в базе данных? Да, у нас в северном направлении. Не проверял? Смотри, пожалуйста.
Так, сэр, то есть, если я правильно понимаю, вы ехали за клиентом в Грейпсит, остановились на заправке, после чего выехали с заправки и вас остановили несколько офицеров? Не совсем так. Я стоял, ждал клиента на заправке в Грейпсите, собирался выехать на Great Ocean, где-то на маркер К меня вызвали, и да, через пару минут меня остановили. Так вы же ждали клиента на заправке? Нет, капитан. Я ждал... Сейчас, подожди. Вам обращаться. Продолжайте, сэр. Да, машина бьется на имя Даниэль Насыри, белая Курума. По номерным знакам также все сходится. Ясно, пробей STFU, Sam Tom Frank Union. Так. Еще раз заправки. Еще раз, Sam Tom. Sam Tom Frank Union. Нет, я приехал из Лос-Сантоса. Ну, я как бы работаю по всему штату сегодня, по крайней мере. Приехал сюда, ждал заказа на заправке. Ел высококалорийные пончики. Угу. Потом мне написали смс, и я выдвинулся в сторону Great Ocean Highway. Угу. Хорошо. Подскажите, когда вы ехали из Лос-Анджелеса, по какому шоссе вы ехали в Грейпсит? Да я через 68-е, и потом по грунтовке, по север. Ну, 68-е, это понятно, только 68-е не идет до Лос-Анджелеса. По Синора Уэй сначала. Потом 68-е, и потом вокруг озера. Вокруг озера. По Норка Лафия Вэй, так полагаю, будет. Но если... Нет. Синора. Или как там? Их три эти дороги. Синора Фриуэй, Синора Вэй, как-то они. В общем, какая-то из трех Синор. Угу. Которая ближе. Я помню, проезжал трек грунтовый Redwood Lights. Ясно, хорошо, сэр, спасибо. Жду. Что бы с ним сделать-то, на самом деле? Если номерные знаки у него, я не знаю. Так, машину пока подержите, на штрафстоянке за ним посмотрите тоже. Говно. Я прям недоволен. У нас нет объективных доказательств того, что это было. Сложду. Поднимается. Записи с дэш камеры автомобиля. Жду. На нем можно. Их можно увидеть за рулем белой Курумы STFU. Даниэля. По идее, можно же. Ну, то есть, я имею в виду, я прям на него смотрел. Или нет? Блин, я не знаю. Нет. Если он ответит нет, то как бы тогда мы будем по логической цепочке идти. То есть, получается, я заехал за белой Курумой. Номерные знаки STFU. Мы проехали через Great Ocean. В принципе, особенно контакты я с ним не терял. Врага можно разглядеть лишь синюю майку. Ну, это как бы достаточно уже, по большому счету. Этого достаточно. Так. Коллеги, я воспользуюсь у вас компьютером здесь? Да, конечно. Отлично. Даниэль Насыри. Коммерческая лицензия. В таксопарке работает, но впрочем, ничего нового. Блин, я рад за этого парня. Будем предварительно выписывать штраф за превышение скоростного лимита. Превышение скоростного лимита это будет 45. Если там 70, то это меньше, чем на 25. Я, блин, там 60 лимит. Ну ладно, короче, разберемся. Это было на Great Ocean. Это, ну, Route 1, наверное, еще называется. Route 1. С эвакуацией автомобиля. Это будет Курума. STFU, как там? Дебите, еще раз номерные знаки можешь мне продиктовать? Или на записочке написать? Да, еще. Спасибо. Контроль 5315, 4 СМС, на Мишен Роу, даже 48-40, Блэн Каунти.
Ребят, я с вами весь вечер потеряю. Блин, надо было в таксопарк. Да, 6-6. Угу. Фокстрот 9 Виктор. 5-9-7. Принято. Да, спасибо. Так, подписывать компетенцию. Это окей, добавить нарушение. И подозрение в уклонении. Мнение от офицера полиции. На Route 1. И еще там будет с агрессивного вождения. Даниэль. На шире. Агрессивное вождение. Это штраф. На Route 1. Вообще это опасное вождение. Там же есть какая-то разница, если я правильно помню. Есть опасное вождение, есть агрессивное вождение. Это все-таки опасное вождение было 100%. Так, мистер Насари. При нем, кстати, нашли что-либо? Прям вроде трупер находил сэндвич, телефон. Документов не найдено, в машине также документов. Там вода, одежда в пакете, еще что-то было, уже не помню. Ну, ничего интересного. Ясно. Еще раз верьте, пожалуйста, через вашу базу, насколько подходит описание человека с фотографией, с тем, что мы имеем сейчас. Так, мистер Насири. Так, Даниэль. Сегодня мы будем предъявлять вам объявление в нарушении скоростного лимита, уклонение от офицера полиции, опасного вождения. Все из нарушений были зафиксированы на Great Ocean Highway. Дата суда у вас назначена на 4.21 в 8 вечера. Соответственно, вам необходимо там быть. В случае, если вы туда не прибудете, на вас будет вы будете объявлены в розыск. Надеюсь, что это понятно. Прошу прощения. Да, сэр, мы предъявляем вам несколько обвинений в агрессивном вождении, уклонении от офицера полиции и превышении скоростного лимита. На данный момент вы не будете находиться в камере временного содержания, пока у нас будет проводиться расследование. Тем не менее, вы будете под подпиской о невыезде. Дата суда вашего назначена на 21 число апреля в 8 вечера. Суд пройдет в Дэвис-авеню. Я вам сейчас дам несколько бумаг, где вы, собственно, сможете забрать свои копии и далее прийти в суд. Автомобиль при этом вам не будет возвращен. Это плохо. 7033-7031. 24, спасибо. Так. Что там, девочки? Сейчас буквально одну проверку. Мистер Насери, пройдемте в офис. Кадет тоже со мной. Угу. Офицер, я вот пончики вам принес, которые обещал, он там стоял. Спасибо, девчонки, потом обязательно возьму. Так. Там что-то по поводу того, что люди раскапывают могилы, какая-то такая история была. О, найс. О, блин, это круто. Так. Жди карту в дэш-камеру. Блин, чертов Дэниэл Насери. Это что-то новое. Вообще он же Сэмми, нет? Сэмми Насери. Вроде как. Пойдем за ним. Там дактилоскопию, по-моему, проводят на нем. Оу, ну, зона в базу его забивают, потому что... И сделайте несколько фотографий его на... Ну, что у вас здесь есть? В Лос-Анджелесе, да, конечно, эта штука получше, да? С ростометром и так далее. Возьми, пожалуйста, фотографируй, вот у нас камера лежит на полу. Да, хорошо, сейчас. Так, документы по нему лежат на стойке. Проконтролируй, чтобы он их обязательно подписал. И, в принципе, можете его отпускать. Машину тогда доставьте в Лос-Анджелес. Хорошо? В Лос-Сантос? Да, в Лос-Сантос ее перенаправьте со своей штрафстоянки в течение
Было бы круто в течение трех дней, да. 10-22. Да, просто очень непонятно сейчас в базе данных. По отпечаткам он проходит, как Даниэль нас не только что снял отпечатки дактилоскопии. Так. Кадет, сфотографируй его, господи, что ты... Сэр, смотрите прямо в эти камеры. Так же он подходит и... Кадет, смотри, ты стоишь вот здесь, а человек стоит вон там, хорошо? На синем фоне. Да, наоборот. Спасибо. По базе данных у него раса белый. Угу. Он никак не клонит к этой расе. Я имею в виду, если отпечатки бьются... Хотя по отпечаткам пальцем он... Да, отпечатки бьются на его же имя. Спроси, делал ли он какие-либо операции или изменения внешности. Может быть, он сэр, загорел. Теперь повернитесь, пожалуйста, направо. То есть у него не настолько темный, чтобы... Это может быть загар. Да, сэр. Вы проводили какие-либо операции, либо недавно могли загорать на пляже в Лос-Анджелесе очень долгое время? На самом деле, не совсем корректный вопрос. Не совсем корректный вопрос. Хорошо, отлично. Да, я услышал. Да, я услышал. Все, давайте тогда оформляйте его, отпускайте, я тогда... Далее на службу. Спасибо, парни. Найс. Это прям хорошо было. Это хорошо прям было, а? What the fuck? Мотоцикл без водителя, это сильно. Окей. Блин, пончики я, конечно, забыл, но... ладно, возьму один. Почему бы и нет? Берется. Окей, с пончиками. Ну там типа они, по-моему, периодически делятся. Документы там на столе. Да, пусть подписывает, подписку о невыезде и все эти, всю эту документацию к нам давайте в Лос-Антос. Я вместе документацию или машину тоже в Лос-Антос? Машину тоже. Отлично. Да. Заварили вы кашу. Да мы, фига себе, блин, у нас есть несколько объективных подозрений. То есть там была видна синяя футболка, это как бы, это уже как бы подозрение. Не, ну, блин, а работать мне теперь на чем до вашего суда, блин? Контроль, 1-2, код 10-8, Blaine County. 10-4. Типа... Что здесь происходит? Контроль, понятно, 10-8-9. О, у меня джойстик умер, я, блин, окей. Все в порядке вроде. 10-4. Можно, пожалуйста, не мы одни. Магазинчик популярен нынче. Привет коллегам. Привет. Доброе утро. Магазин с сосисками не работает, я проверил. Ясно. Где вы кофе взяли? В 24-7? Да, там. Да. Конечно. 10-4. Доброе утро. Доброе. Ковры 5-4-6-4-2. 4-6-4-2. Жду. Есть сообщение об угнанном автомобиле, его сейчас подлежит под GPS-трекеру. Можешь, пожалуйста, спросить вторым кодом отправиться? 9134 Форум Драйв, Лего Сантоса. Фига себе. Принято, 31-2. Контроль, 5389, момент в управлении на Бешенроу, Сайнсен Кадет. Япончики, ладно, это замечательно, это прям так, как надо. 10-4, в таком случае также отправляйтесь, также на вызов реагирует 5-4-6-4-2. Блин, там вызов в тревожной кнопке. Ой, вернее, об сигнализации сработавшей. Плохо, это хард. Машины с трекером угнаны. Я давеча съездил в Лос-Антос туда-обратно, знаете, прошмыгнулся. Да. Ну, просто заканчивается кофе, ехать дальше, на самом деле. 4-4-6-4-2, контроль. 4-6-4-2. Можно, пожалуйста, описание угнанного автомобиля? Буквально минутку, подождите. Принято, ожидаю. Окей, мы поедем, наверное, куда-нибудь поближе к Лос-Антосу.
Потому что почему бы и да? Контроль просит 4642. 4642. А это будет столбание Рузвельт зеленого цвета с номерными знаками 4, 5, Генри, Кинг, Виски. Громче сделаем. 683. Принято, благодарю. Уточнение, не Виски, а Виктор. 683, прошу прощения. Принято. Контроль 3, черт, 4, 6, 3, 0, 10, 8, 2, 10, 40, Boeing County. Найс. 10-4. Не, машина, конечно, сплоснуть, потом еще и заправиться, вообще бы сказка была, но... Наверное, не сейчас. Чарли 1783, Вейсинг, Парк, Забричат, 2, 6, 7, 8. Обожаю хайвей. Я здесь прям себя чувствую, как дома. Это там, где я и должен быть. Очень ждать, конечно, сильно. Принято. Чарли 1833, 97, Кабарь. Да, дом здесь сезона, здесь у нас так индейский за двумя человеками. О, нифига. Всем лицам внимание, сезон активен на радио. Кажется, там 9.02 информация о том, что люди вооружены, подтвердилась? Неизвестно. Вам 83 требуется на сцену? Да, конечно, они разделились. Окей, 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 я уже. Ковры 5.4.4.4, пожалуйста, на другую сцену следующий, 7.03, третьим кодом туда. Давай. Контроль 5.9.2, передаю описание человека. Он будет в жакете, белый человек, волосы черные. Где? Получается... А? Бело-красную полоску штаны, на данный момент теряю визуальный контакт, требуется действовать быстрее срочно. Ну, точнее 20. Эклипс, западное направление. Пиастер, Эклипс. Добрый, 3.3 также. Другой потеряем, Куга на меню, сейчас двигаемся. Здесь, да? В сторону пляжа, окей. Один, да, нахожусь неподалеку, буду отвечать на вызов. Поищите авеню, двигаемся в сторону колеса. Окей. Best Eclipse? Вроде бы, да. На данный момент он бежит по проезжей части. Да. West Eclipse Boulevard, верно? Бульвар Вест Эклипс, так точно, западное направление. Бежит по проезжей части сейчас. Да, давай. Второе будет, что не будет. Там активная пешая погоня. Сворачивай на пир. Окей. Брайк, порядок 38, это тоже будет 10.70. Форум Драйв, Жопа. Форум Драйв, направление, правый бэк, зеленая девушка. Явно. По пирсу бежимся, на пирс бежим. 8000 сделаем. Пирс? Фига себе, сейчас. Что-то куча дерьма произошла в один тот же момент, охренеть. Его только сбили. Давай, контроль медик один. Медик один. Пожалуйста, третьим кодом реагируйте, шоссе Great Ocean, сейчас уточню для вас маркер, я понимаю, что это Янг, предварительно. Контроль потом 9092. Дом 9092. 213, 213, подозрю. Охренеть, где? Блин, охренеть, я... Контроль 5389, пожалуйста, уточните, где 913 у вас, на форум Драйв? Юго-западное направление, Карсон Авеню, это будет между 9080 и 9079. Свободные юниты, пожалуйста, реагируйте на юг Лос-Сантос, это будет Карсон Авеню у нас. Один, да, 31. О, вот так. Там еще один юнит промчался. Окей, вроде чисто. Подождите, напротив пирса. Смотри. А, вот так. У вас есть 83 там на сцене? 10, 10, 1. 10, 4, вас дайте, пожалуйста.
Подруга, снимите внимание, сейчас вас проведу с визитом. Ох, ни хрена. На карте, поэтому по 20 ориентируйте. Радиопроблема, когда много юнитов разговаривают. Бывает, что мы ловим частоту таксистов, что интересно. Какой-то том 9092, уточните, пожалуйста, 22 человека. Да, это мой шестерный тур, что здесь находится заправка. Господи. Очень неизвестно. Вероятно, громко. Это так же будет ровно не будет. Здесь 4. Контроль медик 1. Медик 1. Дичь. 222 выбежал на улицу, я еду на Карсон. Насрать, я еду на Карсон. 10-4, ранее нет, но огонь 1-3-1. 10-4, пожалуйста. 5-9-0-2, узнал точное местоположение, маркер Янг 1-0-0-0. Контроль медик 1, как ты нельзя? Он 10-4 приняли, 10-31 внутри. Контроль, пожалуйста, вот будет подключение остана на пирсе. 10-9, пожалуйста. Можно подключение на 10-8-0-2. 10-4, пожалуйста, кто-нибудь поводу будет подключить сцене на именно на побережье 8-0-0-1. Мы подозреваем и 1-7-0-1 спрыгнул в воду. Блин. Я не знаю, где на Карсон. 92-3-7-8-9, уточните 20 еще раз. Открылся на скором драйв в районе 9-1. Окей. Принято в двух минутах. Уф, таф. Контроль медик 1, уточните 20. 7-0-0-0 и 1-0-0-0. 7-0-0-1, шоссе Great Ocean, маркер Янг. Ага, давай. 4. Кабры доброго 2-1-1-3-7. Вы поддерживаете визуальный контакт с обзываемым маньяком? Что-то я не вижу. 10-4. Можете, пожалуйста, 10-40 организовать будет побережье? Я вам отправляю сейчас 83. Требуется подбитое остальное. 10-4. Кабры потом 9-0-9-2. А, том 9-0-9-2. А, вы одни сейчас под взрывом находитесь? А, нет, вы также в стрелу спадаете. А, можно подумать, пожалуйста? А, секунду. Где он? А это будет 2-8-7-2-2. Блин, а где он? Я нашел его машину, я имею в виду, но не нашел его. 10-4. Внимание, Синтек, сигнал 100, снят с радио. Контроль ПДВ 3-8-9, подтвердите, визуальный контакт потерян с подозреваем. Подтверждаем. Адианда 2, 5, 2, 3, 7, 8, 9, около вашего автомобиля нахожусь. 10-4. Ну, практически, я имею в виду. Он же и там выстрелы вроде как у него были, если я правильно понял. Контроль доброго 2-8-7-2-2. Доброго 2-8-7-2-2. Можете, пожалуйста, забрать фикс 2-1-1-3-7, также организовать поиски вдоль побережья. Я подозреваю, он скрылся в воде на фиксе 8-0-1. Ну, дичь. 10-10. Провожу просмотр, предозреваю. Я Виктор 4-6-4-2-23 на Штагридоушен. А, контроль 5-9, ну да, как скоро будет скоро? Уточняю, секундочку. Контроль медик 1, ваш сентябрь, можно? 5 минут. Контроль 5-9-0-2, как приняли? Есть, пожалуйста. Что там, трупер? Вроде как выстрелы были. Есть пострадавшие? Там 1-0-1 был. Переулок, к нам мы проходили, вот там уже они. Принял. То есть подозреваемый скрылся. Какое последнее направление и описание? Давайте сразу передадим, тогда и болт добавим. Я уже передал, что это был правый маяк, побежал в сторону 9081. 9081. Возможно, он побежал в сторону одежда? Заправки каналов на 9032. Правый маяк в зеленой куртке, толстовке, капюшоном голова закрыта. Вообще джинсы классические синие. Контроллер, не могу найти человека, могу тебе информацию.
Также у нас там машина стоит, которая по всему Ону канал. Мы осматривали машину, он сверху что-то шептал себе под нос. Смотрели, он там, например, сидит. Понял. Мы сказали ему, остановитесь, он начал от нас убегать. Потом в переулках открыл огонь, когда к нему присоединился 1-0-1. Ясно. И в итоге он сбежал. Окей, будем искать, значит. Где 4? И второй. Что он говорит? Это ко мне обращение было, нет? А, видимо, нет. Ну ладно. Контроль доброго 28722. Доброго 28722. Можете, пожалуйста, отправиться на ТИС, забрать коллегу. Там на марке Ильянг уже есть юнит достаточно, который могут заняться подозреваемым. 10-4, сейчас доведу до машины. 9081, да? Сейчас посмотрим. 9081. Это... Контроль доброго, 2137. 2137. Куда прислать вам офицера, чтобы вас туда брали? Прямо на переходе. Контроль 1-2. 1-2. Свободны. 10-8. 4, поспи вызов 911, каналы Веспуччи, Литл Бигхорн Авеню по 9061. Найден джип, разбит, возможно, имеется повреждение от огнестрельного оружия. Следуйте вторым кодом на место, проверьте информацию. Повторяю, 29061, каналы по Литл Бигхорн Авеню. Принято, 1-2, 10-31, с кодом 2. Контроль за Чарли, 3-1-9-3-5. 3-1-9-3-5. Готов принимать информацию? 10-4. 08 Роберт Роберт, X-Ray 706, оранжевый чувал фьюджитив, владелец Матиас Шоу, страховка действительно, по геотметке отсутствует, эвакуации не найдено. По владельцу вам нужна информация? Здесь, спасибо. Контроль, 1-2. Можете сразу медиков, вернее, спасателей направить на Little Big Horn в каналы? 9-4. Что-то пожара я пока не наблюдаю, конечно. Контроль, нужен 1. Я помню, как мы были здесь, на той же самой Crown Victory, в том же самом месте, плюс-минус. Да what the fuck, перестань открывать дверь! Господи, я ненавижу свой джойстик. Я люблю свой джойстик. 1-7-5-7-8. Экипаж на 1 будет готов к реакции в очереди. 10-4, вам сразу 20 назвать? 10-4, можно. Мы готовы. 10-4. Они собирают там бригаду, Ну, было бы логично туда как бы ее направить. Ай-яй-яй, что у меня здесь кадрами, конечно. Контроль, Майк 9353, 10-8, 10-41, совместно с Майк 1-7-3-8-6, образуем юнит, Медик 2, бригада РЛС, Лос-Анджелес. 10-4, Медик 2. Контроль, ТТ-3239, расформировываем юнит 5-3-3-7-8-9, систем код 0. 10-4. Контроль, 1-2, 10-23, Little Big Horn. Принято. Контроль, добро пожаловать. Всякий случай. 2-1-1-3-7. Пожалуйста, можете это знак одетка? 10-9, как знак одета вам назвать? 10-4. 2 Браво, 3-1-7-5-4. Осматривает джеп в... каналах. Два брал, три обеспечения. Видит что-нибудь? На строгое ревень в данный момент. Пулевые по нему есть. Я вас слышу, Рау. 10-4, я думаю, что Рау. Причем несколько. Контроль, 5-289, далее я 10-8. Кропки джип, кроп гильзы. Контроль, подход, 3-9-8, далее. Окей. Далее, как оригинальный, 10-8. Готовы принимать вас.
минуты. Это прикольно, конечно. Трафик 51935. 31935. К4 по 10.11 с человеком была проведена беседа, Койота трансформер забрали каунти рейнджеры. 10-4. Контроль один. Окей. 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 Подожди. 5-5-6-5-8, контроль. К4 по 10.11. Автомобиль был эвакуирован. Принято. Контроль 1-2. 1-2. Можете отменять вызов по спасателям, они не потребуются. Автомобиль находится в каналах, несколько пулевых отверстий в нем. Находится в воде на данный момент. Можете направить его квадрат сюда? 10-4, ожидайте. Пострадавших нет. Не из тех, что я видел, конечно. 1-1 вызывать, системе квадрокаунти будет 5 минут, ожидайте, пожалуйста. Принято, спасибо. Ну хотя бы его дернет по меньшей мере, то есть и это будет хорошо. Ладно, мы обыщем его прям полностью. Сорян. Обыщем его прям полностью сверху донизу, как говорится. И да. В гильзы заглядывает в коробку, что внутри. Блин, хреново у меня предчувствие, конечно, по этому поводу. Зеленый пакет, заклеенный пакет с скотчем. Контроль, 1-2-2. 1-1-2-2. Мне потребуется дополнительный офицер на Little Big Horn в канал и желательно с бронежилетом и знаниями, как разминировать бомбу. Предположительно так, у меня несколько пакетов заклеены скотчем в машине. 10-4, пожалуйста, будьте 10-0, который аккаунт будет кодировать, также направляю к вам engine. Контроль engine 1. Little Big Horn Avenue, пожалуйста, с третьим кодом реагируйте. Я имею в виду, как бы лучше не рисковать, это точно. 9238. Дверь была. Есть, я понял. Заезд, соответственно, со стороны Little Big Horn Avenue, это будут каналы. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не-не-не-не. Все, перестань. Контроль забрал 3-0-8, одиночный контроль, выходите, пожалуйста. Да фак эти звуки. Контроль доброго 3-0-5-8-10-4. Контроль доброго 3-0-5-8-10-4. Доброго 3-0-5-4, далее по Армении, здесь 8. И ладно, ждем машину тогда сюда. В принципе, это все, что мы пока можем сделать. А также реагируйте третьим кодом Little Big Horn Avenue, заминированный автомобиль. 10-0, будьте, пожалуйста. Предположительно. 10-3, можно разживаться? Да. Заезд в канал с Little Big Horn Avenue напротив 9238. 9238. Как приняли? 10-4, код 2. Третий код. Код 3, президент. 9-2. Контроль, майк 8-9-8-3, 10-8, присоединяюсь к медик 1. 9-2-3-8. 10-4, медик 1. 9-0-9-3 вообще. Контроль, потом 9-0-9-2, время 10-7. 1-2-2, юнитом, отвечающим на вызов, корректировка, въезд с 9093, Карсон Авеню. 10-4, пошел. Безопасность превыше всего, лучше сыграть безопасно, как бы, и все, нежели чем. Подошел к нам молодой человек, утверждает, что его друга забрали бесы. Его друга зовут Леонардо, а именно так звали предыдущего молодого человека, которого мы забирали с предыдущей сцены на Спилбокс Хоспитал. Я думаю,
полиции этот персонаж может быть интересен. Okay. 10-4, ожидайте. Так, Аурата, вы говорите. Также с нами здесь кадет управления шерифа, поэтому кого-то еще хотелось бы видеть. Сейчас дождемся, я уже слышу, как юниты едут. Пожарные тоже должны быть. И снова мы здесь с пожарными и еще с дополнительным юнитом. Блин, типичные просто каналы. Я не хочу туда лезть просто, вот и все. Оно того не стоит. Машине никого спасать, некого. Лучше свою жопу спасти. По меньшей мере. Значит, сейчас полицейские тогда подъедут. Там браво юнит отвечает. Вот, мы попросим их смотреть. Контейнера, который там есть. Контроль, медик один. Медик один. Привет, коллегам. Уточните, пожалуйста. Съездите к тем контейнерам, опросите. Если там кто-то есть, пусть они отходят дальше. То, что у нас, возможно, может... Да, съездите к тем контейнерам или сходите пешком, как вам удобнее, я не знаю, который напротив, он там находится. Там, возможно, находятся строители, поэтому, если там кто-то есть, то попросите их покинуть территорию, у нас, возможно, бомба внутри. Сейчас, я. Давайте. 10-4, ожидайте, пожалуйста. Контроль, давайте, 10-3. Это, конечно, довольно пологий склон. Нет, там. Я пока, знаете что, я пока бронежилет накину, наверное. Внешний вид, сохраненные. Вон вот. Изменить. Да, одежда персонажа. И мы наденем. Этот вот бронежилет, найс. Сохранить. Супер. Супер круто. У нас раньше не было таких бронежилетов, и теперь они появились. Что вообще прям найс. Вот, по-моему, слышу. Я знаю, как звучит. А, вот они. Прикольно. Это прям найс. Что вот. Да, у нас здесь автомобиль в каналах. Внутри несколько коробок, также в автомобиле несколько пулевых отверстий. Вот в коробках находятся пакеты с заклеенным скотчем. Есть предположение, то, что или это наркотики, или это взрывчатое устройство, поэтому. Какие действия? Ну, предлагаю осторожно вытянуть автомобиль из воды. После чего осмотреть, что у нас там находится внутри. А вы в теории можете проследовать пожарную часть? Там взрывного устройства не может быть. Не знаю. Если в каналах его подорвать. И там уже... Такая себе идея, если это не взрывное устройство, то есть никогда не знаешь. Я имею в виду, проводов там не было, тем не менее, это может быть... Может быть тротил, например, как вариант. И со скрытыми проводами где-нибудь снизу. В общем, я не знаю. Поэтому, как вариант, можно зацепить, но учитывая то, что она не взорвалась, когда я к ней подошел первый раз, есть вероятность того, то, что ее реально можно будет дернуть из воды. Дальше осторожно по одной доставать коробки. В принципе, пока план такой. Ну, давайте по вашему плану. Давайте попробуем. Окей. Это фак. Я же так, офицер, еще сообщу. Да. Я цепил ленты, все подходы к бытовкам к этим, да, поэтому... Отлично. Хорошо, хорошо. Так. Окей, меня бы не сбить. Просто найдется у вас? Лебедку. У нас лебедка тут. Окей. Подожди, еще не подключи. Расслабься.
сейчас мы быстренько в... Контрольный D2. Как говорят, БВХ сейчас бежит. 9-2. Точните D2. ГПС отказывается принимать. Ну, надеюсь, не рванет. А, отпустите немного лебедку, чтобы у нас было чуть больше расстояния. Давайте машину все-таки отгоним чуть-чуть подальше, хорошо? Кадет, погоним. Контрольный Дик-2. Это вот отгони, здесь постоянно. Заезд в Little Big Corona Avenue. Ситуация сама находится напротив 9238 ориентировочно. А как нам туда? Так, значит, первый раз мне, наверное, пригодится невидимость, потому что мы сейчас... Где нам туда? А где заезд, не подскажете, каналы? Давай, это 9061 Little Big Horn около строительной. Около. Там дамбу строят на данный момент. Думаю, как ориентир подойдет. Контроль Митик 2, как приняли? Митик 2, 10-4. Окей, найс. Контроль, включали 1477, 10-101. Все. Включали 1477, 10-106. Тише. Все, не палимся. Найс. Так. Надеюсь, вы взяли с собой шлемы, парни. Контроль 5-9-4-2-4, совместно с 5-Виктор-4-6-4-2. 10-8-10-40-5-6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 -
Так, шлемы, ладно. Шлемы я у себя наведу. Как, блин, здесь 15 тысяч и шлемов. Найс. Подойдет, я думаю. Так, ну что, попробую тогда достать коробки. Чем мы бронежилет одеваем? Ты стой здесь. Не ходи, так один, тебе жалко. Контроль 1, Додо. Впервые. 1, Адам, Додо. Будем подходить к автомобилю, доставать коробки с предположительно взрывчатым веществом. Пока у нас нет доказательств, тем не менее. А, медики на месте. Так, оставайся здесь. Будьте здесь, пожалуйста. Желательно за дверью машины. Окей, попробуем. Слэш ду. Берет коробку и ставит на землю черный. Так, что внутри? Контроль торчали один. Что в пакете? Один подозреваемый. Типа это просто предположение, но по-хорошему, блин, у нас должны быть отдельная команда, которая сейчас просто на службе полностью собраться она не может, поэтому, блин, я рискую своей жизнью. Это что, похоже на героин? Коврой это 389, можете, пожалуйста, присоединиться? Это будет Альгамбра Драйв, третьим кодом, там еще за подозреваемым. На ноже. Некоторые личества, вещества. Героин. Контроль центра 1.3.5, подозреваем 10.15. 10.4.7, точно отправил. Контроль торчали 1.4.7, вам 83 еще требуется? 10.10, подряд, наверное, видимо, вопрос машины. 10.4, контроль торчали 1.4.7, 22 по вызову. Так, еще раз, что там было? Коробки в джипе, грязь, гильзы. 52 срочно, 3.006, Альгабрентайз. Количество коробок. Контроль, медик 1. Кровь, гильзы. Медик 1. Третьим кодом, пожалуйста, Альгабрентайз, требуется медики. Это будет 3.006. Поздравляю, ребята. Там целый Клондайк. Машина без взрывчатых устройств, тем не менее, там несколько коробок с героином.
Контроль сообщает 1037. Так что оставляю ее вам. В вашей юрисдикции. Ну тогда мы поехали. Да, спасибо, ребят. Да, в принципе, здесь все, спасибо. Все, уезжаем. Как обычно, все на нас кидают. Я не знаю, это чувак выглядит, как будто он только что откинулся, блин, откуда-нибудь. Это такой, как обычно, на нас все скидывают, черти позорные. Вот это все. Я не знаю, что с ним не так, блин. Контроль добрал 2137. 21137. В машине было обнаружено много, большое количество наркоты, требуется детектив. Наркоты. И 1053. Наркоты, вот оно, блин. What the fuck? А, типичная ЛСПД, я потом с их супервайзером поговорю по этому поводу. Эти радиопередачи. Коту нашли. Спасибо. Спасибо. Три коробки по 15 пакетиков каждым. Советую вам надеть перчатки. Я понял. Да, да, хорошая идея. Кадет, пойдем учиться будем с тобой. Надевай перчатки тоже вместе со мной. Сейчас будем копаться в дорогой дряни. Дорогой вредной дряни. Блин, мне кажется, что эти ребята вполне себе способны еще и украсть эту часть кокаина. Вернее, героина. Я не знаю, доверять ребята. Как офицеры полиции, наверное. Короче, ладно, все нормально, все нормально. Это я уже горю просто немножечко. Контроль медик 1, 10-23. 10-3, контроль доброго 2-1-1-3-7. 2-1-1-3-7. На данный момент на смене присутствует кадет ОСП. Слышь. И слать его, по-моему. Здесь, спасибо. Ну ладно, мы не будем надевать перчатки, мы как бы не будем жалеть. Контроль 1-1-2-2. 1-1-2-2. Подтверждайте, автомобиль не заминирован. Точно так. Контроль 1-1. Контроль метик 2. Метик 2. Можете продолжать 10-40. Так, давайте я сначала фотки сделаю, хорошо для детективов, пока они не приехали. Вперед. Сверяет ВИН. Номер на двигателе. Вращается ли он базе данных? А, да, у нас фотография теперь вот так вот выглядит в сайте. Спасибо, FiveM. Спасибо, что живой. 10-4-3-4-1-2-1. Так, если это была красота. Ну что уж телефоном на самом деле. Все, готово. Окей. Он ваш. Понял, спасибо. Значит так, сейчас приедут в аккаунт сюда. Буквально минут у него. Наш с тобой задав. Данных от двигателя нет, однако. Окей. Контроль 1-2-2. 1-2-2. Есть 43 по сцене. Слушаю. В автомобиле было обнаружено 3 коробки по 15 пакетиков, содержащих героин в каждом. Сейчас сотрудники из полицейского департамента Лос-Анджелеса будут их изымать, доставлять в Mission Row. У нас код 4 на сцене. Также это будет черный в цвете Chevrolet Tahoe с номерными знаками, состоящими полностью из нулей. В базе данных не возвращается. ВИН-номер по двигателю также не находится в базе данных. Принято. 1-2-2, далее 10-7. Окей, эти ребята точно разберутся, вот. Ну, а мы с вами, пожалуй, закончим очередной эпизод Еди Ролплей. Опять на этом месте, кстати. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, не забывайте клацать на кнопочку лайк, а также подписываться на канал. Помимо всего прочего, если вы хотите стать частью нашего замечательнейшего ролплей-сообщества, то первая ссылка в описании. europa.life, регистрируйтесь, подаете заявку и играйте вместе с нами. На этом все, друзья. Еще раз спасибо вам большое за просмотр. Самое главное, не болейте и пока-пока.